Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа збройових супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Сьогодні друга частина розповіді наших експертів про захист у будинку з гладкоствольною рушницею. Ми розглянемо основні прийоми пересування зі зброєю, правила безпеки під час оперування дробовиком та остаточно розберемося у юридичних аспектах цієї непростої справи. Аби не бути загрозою для самого себе та оточуючих, слід приділяти чимало часу тренуванням зі зброєю. Курси, які проходить кожен володар зброї перед тим, як її придбати, це лише початкова відправна точка на довгому шляху самовдосконалення. Треба бути готовим до того, що самозахист у власній оселі потребуватиме набагато більше навичок та вмінь, аніж залік з вивчення матеріальної частини зброї, правил застосування та заходів безпеки. Специфіка пересування в обмеженому просторі та законодавчі капкани перетворюють в українських реаліях самозахист на вельми складний процес. Сейчас мы смоделируем несколько ситуаций, которые могут возникнуть при использовании оружия в самооборонных ситуациях в помещении. Первое, на что должен обратить внимание владелец оружия, перемещение с заряженным оружием должно быть безопасно для окружающих и для него самого. То есть не пользуйтесь киношным имиджем, не таскайте оружие с пальцем на спусковом крючке. Это опасно случайным выстрелом. Вот ваш предохранитель. Второе. Если вы перемещаетесь заряженным оружием в помещении, нужно открыть дверь, всегда контролируйте направление ствола. Пронос заряженного ствола через части тела чреват случайным выстрелом и травмой для самого владельца оружия. Поэтому, когда вы оперируете стволом при открывании двери, ствол желательно направлять в сторону от руки. Моя рука не попадает в створ ствола. Вы можете сделать это так, вы можете сделать это так. Главное, чтобы это было безопасно. При открывании двери ствол интуитивно таким образом попадает в створ. Здесь вы уже можете пользоваться вашим оружием. Если вам нужно пройти по коридору, выйти из-за угла, не таскайте оружие стволом вверх. Тогда вы не контролируете направление ствола и вы не видите, что там творится. Старайтесь оперировать стволом в районе под 45 градусов к земле. Если вы выходите из-за угла и хотите стрелять, готовьте оружие заранее. Здесь у меня приклад находится в районе плеча. В случае, если мне нужно выходить с оружием из-за угла и производить стрельбу, я выготавливаю оружие заранее и, выходя из-за угла, выношу оружие на линию стрельбы. Если мне нужно быстро уйти, ствол вниз, ушли в сторону. Уменьшайте габарит своего тела. Спортивные стойки фронтальные здесь не работают. В узких помещениях нужно уменьшать габарит. Вы не в бронежилете, вы не спецназовец. Старайтесь минимально показываться в случае, если на вас нападают с оружием. Если вы передвигаетесь, обязательно контролируйте. Очень важно контролировать, чтобы ствол не опускался на ноги. Прострелите ногу, попадете в больницу. Вот такие вот минимальные правила безопасности необходимо использовать при использовании оружия. И предупреждаю вас сразу же. Для того, чтобы хорошо пользоваться своим оружием, нужно тренироваться. Не старайтесь делать многие вещи, которые мы делаем сегодня, без специальной подготовки. Это опасно для жизни. Если вы опасаетесь, что за углом помещения может находиться человек, который хочет нанести вам вред, я не рекомендую вам выходить с оружием таким образом, чтобы вас видели по вашему столу. Старайтесь минимизировать свой профиль. Если вдруг необходимо стрелять из-за угла и предполагается, что там есть противник, старайтесь делать это таким образом, чтобы не увеличивать свой габарит, чтобы ствол не высовывался за пределы угла. В противном случае его могут ухватить рукой и выбить у вас из рук. Аби застосування зброї не перетворилося на судову загадку з невідомим результатом, кожен володар зброї, перед тим як взяти її до рук, має на рівні інстинктів відпрацювати для себе шаблони оцінки ситуації та відповідні алгоритми дій.
Хотелось бы сказать о некоторых типичных ситуациях, в которых лицо, имевшее полное основание обороняться от посягательства, было тем не менее осуждено из-за совершенных им ошибок. Речь идет прежде всего о стрельбе на больших расстояниях, когда угроза не была очевидной. Речь идет также о применении оружия в ситуациях, когда подтвердить показания оборонявшегося лица буквально некому. Я понимаю, что согласно американской пословице, пусть лучше судят трое, чем несут четверо, но, к сожалению, в нашей ситуации необходимо обеспечить себя свидетельскими показаниями, в возможных случаях даже видеозапись. На сегодня состояние техники, то есть средств видеонаблюдения, применяемых в помещении, и даже компактных спортивных видеокамер, позволяет в некоторых случаях зафиксировать их на оружие или же в охраняемом помещении, принадлежащем вам помещении, и полностью зафиксировать картину происшествия. Безусловно, этот совет не может быть применим везде, тем не менее, это крайне желательно. Свидетельства ваших домашних, которые не приукрашены и четко отражают обстановку происшествия, будут также восприняты органами правопорядка, поскольку любые несоответствия могут быть устранены также проведением соответствующих экспертиз. Если в свидетельствах нападавшего, который будет, естественно, защищаться, указывая на то, что он сам стал жертвой нападения, у него не было оружия, и у вас, соответственно, не было оснований для применения оружия против него, такие свидетельства могут быть судом не приняты в случае, если имеются довольно серьезные противоречия в них. Ну, а обеспечение четкой и ясной картины происшествия и сохранение того, что произошло на месте, остается, безусловно, на вас. Звичайно, спорт та застосування зброї з метою самозахисту мають багато відмінностей. Але є в них і один об'єднуючий аспект. І у IPSC, і у стані самозахисту момент приведення зброї у заряджений стан має ключове значення. Напоминаю, що по законодательству України хранити оружие заряженим в сейфі дома запрещено. Соответственно, вам где-то нужно хранить патроны рядом с оружием. Никто не запрещает вам держать в обычном традиционном патронташе. Вот такого типа, либо такого. Чем это удобно? Во-первых, патроны находятся упакованными в специальные кармашки, из которых их удобно брать для зарядки. Второе. В случае, если вам нужно перемещаться с оружием в пределах вашей частной собственности, дома или участка, или квартиры, патроны нужно брать с собой, потому что оружие разряжено. Чем удобны эти патронташи? Его можно легко накинуть на плечо. Его можно перекинуть через голову. Здесь есть быстросъемные крепления, вы можете накинуть это на пояс. Из патронташа очень быстро заряжаться. Далеко не все пользователи оружия умеют заряжать оружие быстро. Соответственно, можно брать по одному патрону с патронташа и быстро заряжать свое оружие. Не используйте какие-то сложные коробки, из них очень долго брать патроны. При самообороне скорость играет очень большую роль. Заряжание оружия – это первоочередная задача. Разряженное оружие – это не более чем тяжелая железная палка. А ми з задоволенням нагадуємо нашим глядачам, що спонсором нашої програми є мережа зброєвих супермаркетів «Ствол». Партнер показу – мережа зброєвих супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Методики заряжания оружия бывают совершенно различными. Сколько людей, столько мнений. В данный момент у меня в руках ружье, очень любимое самооборонщиками в полном тактическом обвесе. Заряжать его по-спортивному с разворотом ружья вверх не очень удобно. Но можно. Вы берете патрон и засылаете его в окно приемника магазина. Неудобно. Это ружье удобнее заряжать немножко по-другому. Есть несколько методик. Вы можете сделать это по одному патрону снизу. Вот так. Тогда подаете это в затвор. Вы можете сделать это немножко по-другому. Как правило, в помещениях перемещаться неудобно. Соответственно, в этой ситуации мы можем забросить ружье на плечо и отсюда продолжать заряжаться. Это удобно. Вы контролируете ружье. Это делается безопасно, при этом достаточно быстро. Как видите, мы используем традиционный, обычный охотничий патронтаж. При этом он позволяет заряжаться достаточно быстро. Выбрасываете патрон и возвращаете оружие на прицельную линию. Я не рекомендую тренироваться дома с заряжанием, с использованием боевых патронов. Почему?
Это опасно, может произойти случайный выстрел. В таких случаях, как правило, очень быстро заканчиваются телевизоры, начинаются скандалы с женой, доходят вплоть до развода. Если вы охотник, либо у вас есть друзья-охотники, сделайте себе фальш-патроны для холощения. Это патроны обычного размера, но в них отсутствует боевой капсуль и отсутствует пороховой заряд. Лучше тренироваться с патронами, которые по весу соответствуют тем патронам, которыми вы собираетесь пользоваться во время стрельбы. Легкие фальшпатроны, как правило, не дают возможности полностью почувствовать вес, но все же способны дать возможность для тренировки, поэтому любые фальшпатроны, предназначенные для холощения, могут быть использованы для этой цели. Еще один важный нюанс. Не рекомендуется делать спуск ударника при холощении в пустоту. Поэтому, если вы тренируетесь со вскидыванием ружья и спуском, обязательно в патроннике должен находиться патрон либо с полиуретановым капсулем, либо с расстрелянным капсулем, чтобы ударник ударялся в какое-то препятствие. В противном случае износ затворной группы неминуем и очень часты поломки ударника при срабатывании в пустоту. Поэтому в этой ситуации тоже желательно использовать фальшпатроны. Зброєва індустрія в умовах вільного ринку гнучко реагує на потреби клієнтів. Тож зараз цілком можливо за допомогою викрутки і не зовсім кривих рук самостійно вдосконалювати свою рушницю в рамках чинного законодавства. Я вважаю, що одним із найголовніших аксесуарів для самооборонного ружья є фонарь. Тому що якщо у нас встановлений фонарь, то ми можемо використовувати ружьё 24 часа в сутки. Сейчас очень широкий выбор фонарей, особенно тактических, которые могут быть установлены на ружье, что значит, они выдерживают отдачу даже 12 калибра. Лучше всего выбирать светодиодные фонари, они легче переносят отдачу, они ярче светят. Вторым аксессуаром, который обязательно нужно установить на самооборонное ружье, является держатель для патронов. Они устанавливаются либо на приклад, либо на ствольную коробку. Потому что если мы хватаем ночью ружье, то все, что у нас есть, это патроны, которые в ружье и на ружье. Поэтому если мы хватаем ружье, то важно, чтобы на нем уже были патроны, чтобы нам было чем обороняться. Также полезны прицельные приспособления с тритиевыми элементами. Тритиевые элементы не требуют никаких батареек, ничего. Они светятся в течение 12-15 лет. А значит, в темное время суток мы тоже можем найти легкое прицельное приспособление и использовать их. Так как у ружья ограниченное количество патронов, в стандартных версиях это обычно 4 плюс 1, то важно установить удлинитель магазина, который позволит увеличить объем патронов, которые у нас есть. Такие ружья, как Mossberg, очень часто имеют фабрично уже установленный удлиненный магазин, что является большим преимуществом, так как сразу получаем готовое для самообороны ружье. Ця рушниця прийшла близько 17 тисяч пострілів, після чого я її перетворив власне, з спортивного базового варіанту на варіант home defense, тобто для самооборони. Світова індустрія збройна випускає досить великий асортимент різних додаткових пристроїв, типів прикладів, типів прицільних засобів, цівок саме для Mossberg і для Remington. Напевне, по кількості варіантів, які існують в світі в продажу, Mossberg та Remington є лідерами в цьому плані. Тобто з будь-якої базової рушниці фактично можна як з конструктора Lego зробити рушницю під себе, під свій варіант використання, застосування і т.д. По-перше, це регульований приклад. Він має 6 позицій, тому можна відрегулювати приклад, довжину прикладу під різну товщину одягу, під різні умови, в яких, можливо, доведеться використовувати цю рушницю. От, в складному вигляді приклад використовується, наприклад, з бронежилетом. Ну, це більше для війни, це не для дому і не для самооборони, але тим паче так є. Регульована щука. Ця щука дозволяє підняти точку прицілювання і покращити вкладування, особливо в комплексі з високою мушкою. Значить, висока скелетна мушка світловодна. Вона захищена боковими планками, знаходиться в металевому кожусі, що забезпечує довгу експлуатацію, знос і безпроблемне використання в складних умовах. Бокове кріплення для патронів, так званий side saddle, дозволяє зберігати набої окремо від рушниці фактично, але при цьому рушниця весь час знаходиться в боєпридатному стані. Є варіанти на 3 набої, є варіанти на 5 набоїв, є варіанти на 6 і навіть на 8 набоїв. Крім сайд-седлу, я змінив цівку. Цівка має інтегровану планку Пікатіні і дві додаткових, зліва і справа. Вони зйомні, от, наприклад, зліва в мене вже знята планка, вона
заважає виносити великий палець лівої руки при стрільбі. От, на інтегровану планку я поставив комбінований освітлювально-прицільний прилад. Це фактично фонар з режимом стробоскопу і він також має режим лазерного цілевказівника, червону крапку. От, все це зроблено для максимального пришвидшення зброї до бою в разі необхідності. Ну, крім того, даний саме передприкладу дозволяє ще й бокове складання. Тобто зменшує загальні габарити рушниці до мінімальних. Зручно для транспортування, зручно для зберігання, для перевозки. От, стріляти, звичайно, в складному вигляді незручно, тому все відповідає вимогам закону. Використання пістолетного руків'я в комплексі з телескопічним прикладом дозволяє зменшити зону враження самого стрільця. Тобто дозволяє вкластися таким чином, дозволяє робити такі маніпуляції з рушниці безпечно, тобто стріляти за вугла, що називається, не цілячись, от, або зафіксувати приклад під пахвою і вести вогонь від бедра. Сумна статистика правозастосовної практики не повинна лякати володаря вогнепальної зброї, а навпаки, попередити про можливі проблеми і спонукати на глибше вивчення юридичних аспектів цієї справи. Некоторые случаи из нашего законодательства все-таки, нашей правоприменительной, вернее, практики использования этого законодательства, оставляют также надежду на улучшение ситуации. Я говорю об известном харьковском деле, когда бизнесмен, защищаясь от вооруженного нападения двоих сотрудников милиции, которые в данном случае выступали как правонарушители, применил оружие и был оправдан апелляционным судом. Помимо общественного резонанса в этой ситуации значительную роль сыграли также грамотные действия защищавшейся стороны, а также хорошая работа юриста. И последнее, но немаловажное, это то, что если подобная ситуация с вами все-таки произошла, необходимо тут же прибегнуть к помощи профессионала. Профессионала в области права, в данном случае адвоката. И в таком случае открытое против вас уголовное производство может быть закрыто еще на стадии предварительного расследования, не доходя до суда. Я все-таки рекомендовал бы иметь телефоны соответствующих специалистов при себе и пользоваться их услугами в любых сомнительных ситуациях. Потому что, к сожалению, наше законодательство достаточно казуистично, правоприменительная практика сложна. Я не уверен, что человек, не являющийся профессионалом данной отрасли, способен квалифицированно предоставить самому себе юридическую помощь. Наступної програми ми розкажемо вам про еволюцію військового снайперського прицілу. А на сьогодні все. Команда «Арсеналу» разом із спонсором програми «Мережею зброєвих супермаркетів «Ствол» зичить вам усього найкращого. Тримайте поруч. Зустрінемося.